мне очень бы хотелось представить вашему вниманию часовое направление марки Wenger. Wenger, в принципе, уже очень широко известно на нашем рынке. И в основном это известно как производитель Travel Gear, хорошее, так сказать, качество по очень разумной цене. Но также Wenger делает по этому же принципу и часы. На сегодняшний момент это достаточно уникальное предложение, потому что диапазон Wenger на сегодняшний момент приблизительно начинается от 7 до 25 тысяч рублей уже за хорошие хронографы 200-метровые. Достаточно демократично для реального свисмейда. Предлагает трехлетнюю годовую гарантию, что в таком диапазоне и таком класса марки тоже редкость огромная. Все это стало возможным благодаря тому, что Wenger сегодня это подразделение компании Victorinox, и продукция, часовая продукция Wenger изготавливается полностью на собственном заводе, полностью 100% контролируем компанией. И используя все технологии и возможности, так сказать, часовой швейцарской промышленности, поэтому и стало возможным сделать вот такое уникальное предложение. Конечно, для многих Wenger и, в частности, часовое подразделение ассоциируется с некой старой историей. Надо сказать, что сегодня это принципиально другая марка. Это обновленные коллекции, это обновленный концепт, это обновленное представление и продвижение марки. У нее есть свое лицо. Оно несколько там отличается там, от других марок этого же ценового диапазона и направления. Поэтому я предлагаю вам в двух штрихах посмотреть некоторые коллекции, которые, так сказать, в этом году были представлены на Базеле. Конечно, в первую очередь хотелось обратить ваше внимание именно на женскую коллекцию, которая представлена в этом году. Нежная, уникальная, с великолепными циферблатами. Многие привыкли видеть Wenger нечто урбанистическое, активное, связанное с походами. Тем не менее, это вот как раз и есть та часть изменения марки. Они стараются сделать достаточно разные коллекции, разные направления, в том числе идут и в классическое направление, и вот новая линия. Линейка очень изящных, нежных женских часов в диапазоне вот, там, 8 до там, 11 тысяч рублей на российском рынке. Как раз вот ярко свидетельствует о том, что лицо марки Wenger меняется и меняется в очень хорошую сторону. Также хотелось обратить ваше внимание на полностью переработанную классическую мужскую линейку, которая представлена в этом году. Она достаточно широкая, можно увидеть очень интересные цветовые решения на циферблатах, хорошего качества, читаемые циферблаты, накладные риски и цифры. Также здесь применен некий хитрый дизайнерский прием. При, собственно говоря, том же диаметре, который, так сказать, была и в предыдущей коллекции, эти часы кажутся чуть больше по размеру, лучше читаемость, более открыты. На самом деле секрет и простой, и непростой с технической точки зрения. Безели стали очень тоненькие. То есть это вызвало определенные, скажем, технические проблемы, которые были решены, но это одновременно дало возможность, да, выглядеть часам более изящно, деликатно и визуально увеличить диаметр. Также, как и вся линейка, Wenger имеет трехлетнюю гарантию. Практически все они от 50 до 100 метров водонепроницаемости. И ценовой диапазон здесь тоже достаточно демократичный. Где-то от 10 тысяч до 15-16 тысяч уже за хронографы и браслеты. Безусловно, в линейке марки Wenger достаточное количество и традиционно спортивных моделей, как стандартных хронографов 100-метровых, так и, безусловно, есть линейка моделей, который выдерживает до 200 метров. Причем это, наверное, верхний ценовой диапазон, который существенно ниже 25 тысяч рублей в розничных ценах, с достаточно широкой гаммой на любой вкус ремешки, браслеты, цвета циферблатов и формы браслетов.